Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе со мной. Сегодня Кирюша Варпа, Серёжа Болотов и Ураган. И добро пожаловать на Дестрар в CSGO! И куда, скажи, пожалуйста. Короче, ребята, сегодня у нас безумно интересная карта в стиле Марио. Я знаю, что вам понравится. И ловушек здесь, конечно же, очень-очень много. Поэтому вам желаю приятного просмотра, конечно же, приятного аппетита. Не забудь поставить лайк, обязательно подписаться на канал. Ну а мы начинаем, погнали! Ребят, хочу представить вашему вниманию наикрутейший сайт topskin.net. Помимо огромного разнообразия кейсов на ваш вкус и цвет, вы сможете найти любимые режимы. А их здесь очень много. Режим контракты, сражения, карточки и, конечно же, режим апгрейд. Помимо топовых режимов, вы сможете создать свой собственный кейс. Лишь только от вас зависит, какое оружие там будет лежать. Также присутствует офигительная бонусная система, халява повсюду. Ну и, конечно же, по моему промокоду OLEVKOFE вы можете получить плюс 40% к пополнению баланса. Как много халявы! Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Обязательно заглядывай туда. Ну чё, парни, у нас, соответственно, первый раунд, соответственно, у нас ураган активирует все ловушки. Но никого ты не поймаешь. Ты же это прекрасно, я надеюсь, понимаешь. Серега, ты нормальный вообще? Никого не поймаем, Забей, это просто Серега. Это чисто Серега, понимаешь, да? И оп, чё? Смотри, как надо заре. Я просто шел вместе с вами, заре. Надеюсь, опа, на то, что вы... Ой, я только хотел сказать, он сейчас так же упадет. Ай, блин. Ну чё за бред? Ладно, парни, это была, понимаете, это была первая попытка такая тренировочная. Я прошёл, я понимаю, да, конечно, прошел, конечно. Да. Смотри, оп, Мари, как умею. Ты же опять упадёшь, кличка была, я прошел. Ты чё меня режешь? Я испугался, что меня это ударило. И как? И как это проходить, а? Смотри, ладно, я показываю один раз, пацаны, смотри. Смотри, сейчас умирает. Давай, там просто это, механизм слабо работает. Да. Так эта штука еще и ломается потом. Это чисто Серега у нас. Что, дальше пойдете? Конечно. Вот сюда вот. Конечно. О, фига. Я на ней тегну. Опа, подзатыльник. Она остановится? Нет. Нету никакого подзатыльника. Она остановится? А чё? Да, вот, я здесь. Вот, смотри, пожалуйста, я тут. Так, погоди, а что за звёздочки такие? А что это? Это дым. Ясно, что. Кидай мне его дым. Обязательно. Я два раза не могу активировать. А нет, конечно, не можешь. Так, дальше. Мне кажется, сверху что-то падать будет. Смотри, мне кажется, вот эта полоса вся упадет. Оп, Мария. Ну слушай, Кирюха, я уже две ловушки протестировал. Ваша следующая очередь тестировать. Сам прекрасно понимаешь, надеюсь, да? Ловушечки? Ну конечно, ловушечки. А мне кажется, они падают, кстати. Ну, я вот не знаю. Подожди, ладно, а если мы сделаем вот так. Ой. Ты вообще гениальный мастер. Молодец! Повезло. А, и дым упал! Отлично! А это что прилетело в меня такое, я не понял. А я что это? У меня что-то прилетело! А там сверху какая-то... Кирилл, как ты упал? Скажи, пожалуйста, Кирилл. Там меня снесло. Там сверху, короче, по нам стреляют какие-то штуки, вон. Она попала по мне, бред вообще полный. Ладно, хорошо, ураган, смотри, как я сделал. Смотри, бэм, смотри. Вон тебе бегать вообще нельзя, на самом деле. Ой, аккуратно, ему она упала. А, так вот эта штука на меня приземлилась. Так, а дальше вот сюда. Вопрос, голубой или желтый? Какой хотите? Ну, я не знаю. Я постою. Я тоже постою. Я все ловушки активировал, вместо вас деньги давать, а? Блин, ну тут, конечно, тяжелый выбор. Дым, пожалуйста, в него. Куда он здесь не поможет вообще нигде? Нет, в него дым, прям в него попади. А меня? Давай попробуй, я там бью. Да блин! Да ну нет! Отлично. А что там было? Подожди, а я только одну могу выбрать. Да, ну конечно, только одну. А я? Естественно. А ты, Сережа, ты прыгай, ты прыгай. А я постою на месте. Да вот там вот блок стоит, вот у него просто запрыгай. Да я до него даже не прыгну. Да сесть его с того угла. Серега, обойди. Ой, блин, ну вот с этого угла. Я боюсь. Давай, аккуратно, давай, я ловлю, Сережа. Давай, я ловлю. Ой, ему второй раз нажать. Не, не может. Забайте. Я знаю.
как это устроено. Так, я не понимаю, что это происходит. Попробуй к цветочку побежать, Серега. Попробуй просто побежать к нему. Может, что-то произойдет интересно. Да, я сейчас там чикнет, что-то не то. Ну попробуй, Серега, просто попробуй, Серега, просто попробуй. Ну ловушек у него нету, дядь, понимаешь, да? Дай пять. Вот я уже близко. Дай тебе. Да, там слезочка, прыгай ко мне, давай. Серега, он байдит тебя, Серега. Так, а тут вообще что? А тут идите. А куда идти-то, погоди? Я гулять, я пришел. Ой, what the fuck? Чего? What the fuck? А что это такое? Чего? Ой, мама. А эта штука сейчас дальше пойдет, да? Она на моей башке стояла. Что за бред? А что за бесполезная штука? А я не знаю. Ладно, можете бежать, я вас тут трогать не буду. А что за ловушки здесь вообще? Вот это смотри, лаки-блоки. Это лаки-блоки наверх. Да? Вот давай, выбирай, какой цвет ты хочешь. То, что следующий, это следующий уровень, когда мы поднимемся выше. Да, конечно. Так, вот тут что? Ну я понял, что я делал. Мне кажется, вот эта штука справа что-то должна активировать. А это нормально, что у нас 10 секунд осталось? Ой, блин, нет. Сдули. Она просто сдула меня, ну ё-моё, надо время больше поставить, не успеваем. Так, ладно, пацаны, смотрите, мне очень интересно посмотреть, что это такое. А, мне пофиг, где даже. Я просто я забыл пропустил из-за того, что меня заинтриговали вот той штукой. Тихо. Я не могу туда прыгнуть, чувак. Ну ё-моё, ну пацаны, ну вы чего, а? Что там? Так, а дальше? Давай дальше. Я верю в тебя, ты можешь допрыгнуть до туда вообще спокойно. Во, молодец. Гадя, как это? О, давай, смотри. Блин, я вообще в другом месте прохожу, понимаете, да? Ой-ой-ой, смотри, где я, смотри. Кирюша, обозори, где я. Да. Пока ты ждешь. Мне очень интересно, что это такое. О, где я? Меня убили! А где я? Погоди, а что мне тут делать? А где ты? У меня есть флешка. А ты вернуться можешь? А как обратно вернуться это? Погоди, стой. А как обратно вернуться? Никак! Всё, флешку себе в глаза и умираешь. Я опять выиграл. Чего? А звук добавить из Марио? Да. Так, а дальше куда, погоди? На растение. Это по Марио вверх поднимался по растениям. Ой! Какой пробел? Ты чё, угораешь? Так, я с гранатой. Я в Тарзан? Смотри. Пополз, поползли. А куда вам давай, дальше? Погнали. Бэм, смотри, вот так вот. И наверх. Вот сейчас наверх. Вот сюда. Блин, погоди. Здорово, давно не виделись. Блин, ты тоже поднялся, да? А здесь нет ничего. Да. Ну давайте, кто самый смелый, попробуй, давай. Да давайте я нажимать не буду. Ага, да нажимать конечно. Не буду. Ладно, я давайте верю, один ураган, из вас пошел. Мне сейчас говорит ураган, любую я вот тебе правильную верю, ноту. Верю. Смотри, я тебе просто верю. Давай, они пользуются моментом. А что должно было произойти? Ничего. Ладно, побежали, Сережа, быстрее. Он нажал здесь ловушку. Сережа, быстрее, Сережа, быстрее. Серега, быстрее. Ну почему я? Я живой. Почему каждый раз я? Почему? Блин, парни, вы понимаете, что это только второй этаж? Здесь есть еще третий этаж, понимаете, да? Ты их не пускаешь, я бегу. Что это за договорники такие? Что это за договорники? Один, два. Рано. Лови их. Все нормально. Кирилл, ты что ты... Олег, подсоски. Ой, блин, нифига себе. Кирилл, ты что на месте стоял? Скажи, пожалуйста. Да. Так, смотри, я бегу. Давай, Сережа, беги. Вот хочу провести их до той комнаты, вот просто, где они в шоке. До какой комнаты? Я пока не скажу, но там прям, ну вот, нереально. Ой, погоди, а вот эти штуки, мне кажется, они наносят урон. Да, мне тоже кажется. Мария, ты сейчас заходишь вот в эту вот комнатушку, и там тебе... Бам! Погоди, Серега, ты мне доверяешь? Ты мне доверяешь, скажи, пожалуйста. Вот сюда, посмотри, Сережа. Прыгни вот сюда, прыгни вот в ту сторону, в том направлении. Прыгни, просто прыгни. Нет, ты сказал, доверяйте, побежал. Да никуда! Я думал, там сработает все это! В смысле, я доверял Олегу. Ай! О!
Его прям перед носом закрылось. А что там происходит? Она чисто закрывает. Там под прессом просто жестким, прям как у меня, пацаны, а? Давай, под шариком. Чисто из-за того, что ты подставил двух своих тиммейтов и помог мне приблизиться к своей мечте. Я тебе две комнаты, вот, да проходи, я ничего нажимать не буду. Ага, конечно, конечно, конечно. Ладно, я нажал зеленую, любимый цвет. Нет, не верю, не верю. Да нет, я реально говорю. Не верю, не верю, не верю, не верю, не верю. Не верю, 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 не верю. А я говорил. Там сложно, реально, там реально сложно. Короче, парни, смотрите, что я предлагаю сейчас сделать. Каждый из нас выбирает себе по одному цвету. Только не прыгай, погоди, не прыгай, не прыгай, Серега, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Значит, смотрите, каждый выбрал себе по цвету, и на счет три. Ну, ё-моё, это моя была вообще-то, а. Давайте, каждый из нас на счет три одновременно прыгаем. Готовы? Давайте, раз. Не, стой, 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 стой. Я вам хочу сказать то, что, ну, вот один из вас сейчас прав. Ну, вот, все, мы вот узнаем, у кого интуация. Давай, 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 раз. Два, три. А чё? А, у Серёги! А, Кирилл, красава! Я думал, так, а в смысле? Он прошёл. Ну, тогда... Не, я просто думал, что, ну, типа, они вдвоем забанятся, и, типа, я последний... Я посмотрю, у кого не получил. Нет, Серёжа! Офигеть, как прикинул! Юмана огромная! Так, ну, мы на последнем этаже сейчас... Я испугался, но я молчал. Подожди, а каким образом проходить? А, я не знаю! А вот это, кстати, очень хороший вопрос, кстати, подумала, реально. Ну ладно, я думаю, можем закрыть глаза и сделать вот так вот, да. Ну это чисто, баг карты такое, как бы бывает, сами ребята прекрасно понимают. Не, ну слышь, это баг карты, чё мы тут не при делах вообще. Короче, Кирюха, один раз пока смотрим. Бэмс, Бэмс. Ты умрёшь. Смотри, Бэмс. Чего? Всё, Кирилл, пока. Подожди, а Кирилл сейчас остается? Не, мне кажется, они... А, появились. Вот, все, пожалуйста, смайлики. С смайликами, да. О, грибы! Так, а что тут надо делать? И что тут надо... Так, ну давайте, смотрите внимательно. Значит... Тихо. Блин, она в обратную сторону поехала, ну почему? Так, ребят, на удивление, на этот раз, значит, здесь все нормально, не забаговалось. Скорее всего, в прошлый раз сломался у нас Серега, вот. Ну, как обычно это бывает, задается, да? А так, сейчас сюда? Я как нажму! Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да нет! Ну, Кирюша! Да, там Сережа! Скользит. Олеж, я живой. Ой, блин, ну Сережа, подожди, я сейчас это исправлю, я сейчас это исправлю. Ты там подожди, пожалуйста. Сейчас подожди. Сережа, быстрее, Сережа, быстрее. Я бегу ему мешать. Сережа, быстрее. Давай, Сережа, беги. Сережа, ты сможешь, я в тебя верю. Олег, давай, Олег, ты не понимаешь? Давай, нормально. У меня все под контролем. Олег, быстрее. Я же тебя вообще забыл. А ну иди сюда. Конечно. Да бегу. Нормально. Олег, он все поднимается. Он уже хитрит вовсю. Олег, вот тот грибочек возьми, да. Я и хочу, да, погоди. Олег. Смотри, вот так вот делаю. Чего такое? Ну, дорогой. Тебе все? Бля! Ну как? Как такое может она быть? Она скользит на желтое. Ай, блин. Не, пацаны, я все равно хочу забрать этот кубик, реально. Мне интересно, что там находится. Кто-то из вас упадет. Не. Ой, оп, что? Я взял. А что ты взял? А что тебе дало? Не а знаю. Ну, ё-моё, что, обратно? Пацаны, я взял световую гранату. Я раньше на лифте пропрыгал. Молодец, сейчас у вас есть шанс, Олег, пройти одно испытание. А, я не буду нажимать. Бежим, знаете бежим, как? Бежим. Я же могу нажать вот так вот. Да, так, смотри, Сережа, продаешь Олега, проходишь одну комнату. Олег, хорошо, продаю Сережу. его. Да не, ну прям надо, чтобы он умер. Ну давай, уговорить его. Хорошо. Один должен только пройти. Хорошо. А давай, кто последний пробежит, это тот будет. Подожди, а что у меня за лаки-блок тут? Давай. Нажимай. А, что, Сережа, все? Серега, не успел, да, получается? Ну, здесь хорошо, нормально. Я, что это реально? Ладно, я. Где? О, у тебя там калаш, Опа. Хорош! Хорош! Ни хрена. Так, смотри, Серега, короче, это конец. Давай выбирать. Да, блядь! А финиш был там ближе, Серега. Ну как?
Как здесь можно было упасть? Я сегодня устал. Как? Так, это что-то... Дрессокс, значит, не знаю, что это такое. Дресс-код-секс. Блин, так хочешь попробовать чего? Давай вот это попробуем, мне прям интересно, что это такое. И чё? А, понял. А, мне, значит... Кто первый? Тихо. Ну, Олег, ошибочка. Да что за... Олег, это Банни Хоп. Какой? Не... Да, это Банни Хоп. Блин, да. Почему я выбрал то самое, что я ненавижу-то, а? Я не умею. А до туда не доспрыгать вообще никак. А тут надо... Да блин. Нет, все, Олег. Так, ладно, значит, правила игры поменялись. Давай. Да нет, я не допрыгну до туда. Да что за... Не, подожди, можно. Почти. Это сложно. Это нереально. Не, Олег, давай ты там постой, ладно, хорошо. Не. Да это нереально, погоди. Вот так вот. Да ну как? Я стрейфнуться нормально не могу. Так, ладно, хорошо, делаем. Правила меняются снова. Вот так вот делаем. Ты сейчас 500 сделаешь? Давай. Нет, не получится, Олег. Нет. Да сколько бы ты себе не поставил. Короче, понятно, делаем вообще по-другому. Правила снова меняются. Давай. Олег. Где? Что? Все, хана Олегу. У меня камера. Да блин, у меня камера передвинулась. У меня камера. Я случайно в ОБС камеру передвинул. Ну, ё-моё. Ладно, пацаны, все, вот теперь нормально, адекватное правило, и никто никуда не пройдет. Понятно вам, да? Так, ну я всю карту знаю, давай. Олеж, ты мне доверяешь? Что? Конечно доверяю. Давай, пошел. Я тебе доверяю. Пошел. Ты мне доверяешь, Бэм, смотри, бум. Ай, Серёжа. Ну как так, да Кирюша, ё-моё. Ладно, Ураган, давай, дам тебе шанс чуть-чуть пройти немножечко вперед. Давай. Или не дам. Нежданчик такой, да? Неожиданно такой, да? А ты не доверяй мне, я могу быть обманчивым. Я могу быть обманчивым. Ну давай, заманцуй, попытайся, давай, постарайся. Вот делаю два прыжка на палке, назад это изи вин. Его повезло. Беги. А что ты выберешь? Блин, он уже выбрал. Спасибо. Ой, блин, я тупанул. Я думал, она не так сразу будет активироваться. Ладно, хорошо. А тут куб просто падает. Да, просто куб падает, и все. Просто кубик падает, огромный просто кубик, и все. Вот так вот. Почему Кирилл перебил? Почему она не убивает? Я не понимаю. Его не задел. Почему? Все задело. Ну давай. Сыграем с тобой в игру. Где мы с тобой сыграем в прятки. Олег. И я тебя искать не буду. Давай, ладно, подуем, смотри. Давай. Хорошо, погнали на второй этаж. Погнали. Так, погоди, я сразу сделаю. Ну, так вот, пожалуй, сделаю. Все, я выбрал свет. А, ты же сейчас здесь должен появиться, правильно я понимаю, да? Ну давай, беги быстрее. Ты же не пройдешь все равно до конца. Вот дальше сюда. Давай. Так, нота си минор. Ага, давай. Ну тут на самом деле можно даже на них стоять, я так скажу. Ну, то есть она просто разгоняется и все, смотри. Опа. Карусель. Кто успел? Надо было прыгать. А он бы не допрыгнул. Так, я немного не понял. Кирюша, откуда у вас калаш в руках? Скажите, пожалуйста. Вы же понимаете, что вы все равно не донесете его до конца. Вы же это понимаете. Подожди, а попробуй реально по его кнопке стрельнуть. Не надо. Не, подожди, это же активировано. Вы что, самый умный, что ли, или что? Я не понимаю. Мне кажется, вы куда там собрались, да? Это кто? Кто самый первый бежит? Этот вопрос интересный. Кто это? Серёжа или кто это? Ну давай, попробуй стрелять по кнопке. Давай, не активируйся, да? Жалко, да? Не работает, да? Подожди. Ну давай. Ты что, офигел, а? Работает, ты что сделал, а? Это что такое? Я не понял, а? Ай-яй-яй-яй. Спасибо, Кирюша. Так, на протяжении 10 секунд я не активирую ни одной ловушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А не было ни одной ловушки. Ясно, понятно. Ну давай, кто самый смелый? Кто зайдет в эту камеру? Ну, кто я зашел, самый я смелый, тебя а? Так, а чем меня ждать, стой, да? Стой, Олег, закрой Олег, глаза, зашел. У тебя очки, очки подправь. Давай, я закрываю криво глаза сидят. На 5 секунд. Раз, два, ты закрывай глаза, три, четыре, пять. Успел! Хорош, молодец. Проходи, ураган, дальше, проходи. Так а тут свет, тут я хер знаю какой. Чё не активируется? О, всё,
Хана, Сереги. Сережа, пока. А цвет я уже выбрал, так что можешь не переживать. Сережа, цвет я уже выбрал. Серега, там сейф-зона есть, прикинь. Чего? Да, я прошел. Да, там сейф-зона есть. Вы что, гоните, что ли? Какая сейф-зона нафиг? Да, там в пиксель убежал. Что за бред? Ну как так? Ну бегите, цвет выбирайте, давайте, выбирайте просто цвет и все. Смотри, давай, 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 давай. Так, не красный. Ты знал, не красный, будет. Да? Не красный. Ты зря не красный. В правильном цвете. Я не знаю, не знаю, не скажу, не скажу. Я не даю, я вот такой вреден, я не дам подсказочку, я не дам ничего. Ну а что там, вы кому там стреляешь-то, Кирюша, да? Да давайте уже на мужика, давайте. Бэмс. Кирюша, последняя твоя попытка. Либо зеленый, либо синий, Кирюша, выбирай. Да, сука! Ну, к сожалению, вы не сыграли в мою игру. Ладно, пацаны, последний шанс вам даю пройти это испытание. Вам всего лишь-то нужно добежать до конца, вы прекрасно это понимаете, да? Да. Ладно, давайте, я вам упрощаю систему. Давай, смотри, Кирюха, если ты сейчас выиграешь меня в камень, ножницы, бумага, то я активирую ловушку, вы пробегаете дальше. Готов? Давай. Давай, раз, два, три, камень. Ножницы. Ты еще задержка так это сказал? Ты мог еще подумать? Ты мог еще подумать, да? Я специально сказал. Ладно, хорошо, я активирую ловушку, так уж быть. Сегодня я добрый, сегодня добрый. Но следующую ловушку также у вас есть шанс пройти ее просто так. Для этого вам нужно угадать, сколько пальцев я сейчас держу в руке. 10. Сколько пальцев держишь в руке? Ну, в плане, сколько пальцев я показываю сейчас? 3. Ураган. Смотри. Да он там уже прошел, вон один. Я молодец, я молодец. Давай оружие, давай, я два пальца держал. Давай оружие, справа, да, нет, слева, самое, вот, второе по счету, второе по счету. Опа. Ну давайте, мальчики. Минус один. Да блин, нет. Подожди. Да нет. Я как ноутскопом. На. Ну как я давно в КС не играл. Стой. Давай. На. Я же в ножку попал, ну как так, я почти это сделал, почти. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний видосик по такому прекрасному Дестрану подходит к концу. Я надеюсь, он вам понравился. Вы обязательно поставили лайк, обязательно подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Олег Куфик, Кирюха Варфа, Серега Болтов и Ураган. Огромное спасибо за просмотр, всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока. Пока.